Оперативники Пинского ГУВД вместе с коллегами из Ленинского РУВД города Гродно при силовой поддержке Брестского ОМОНа задержали двоих пинчан, работавших на наркомаркет и распространявших психотропы на территории Брестской и Гродненской областей. Так, при выполнении очередного задания куратора в Гродно с поличным задержан 43-летний, ранее судимый за распространение наркотиков мужчина и 21-летняя девушка, у которых при себе и в тайниках-закладках на территории Брестского и Ивановского районов обнаружено изъято более 250 граммов расфасованного особо опасного психотропного вещества 4-CMC. За что были задержаны? За незаконный оборот наркотиков. Кратко расскажите обстоятельства. Знакомая меня наняла меня, так как я таксист, чтобы я ее завез в Гродно. После чего, когда я приехал в Гродно, она мне сказала, что она хочет положить наркотики. И попросила меня, чтобы я посмотрел по сторонам, чтобы никого не было. После чего я был задержан на сотрудничестве. Что вы делали в городе Гродно? Он дал задачу. Джентльмен дал задачу в городе разговаривать. Фигуранты дали признательные показания, следователями возбуждено уголовное дело.